Министерство по развитию институтов гражданского общества подвело итоги уходящего года. В ведомстве подчеркнули, что главная задача развития современных российских отношений состоит в формировании и укреплении гражданского общества, способного функционировать в соответствии с достижениями народовластия и демократии. На сегодня создаются все условия, обеспечивающие раскрытие в полной мере потенциальных возможностей общества для достижения благополучия в регионе, отметили в министерстве. В ходе церемонии назвали победителей грантов главы и правительства, также конкурсного отбора на предоставление субсидий некоммерческим организациям. Мне вот предложили принять участие именно по программе «Сохраняя здоровье, дарим жизнь». И я решила, что в нашей республике довольно слабо освещается тема кардиологии, и мне хотелось организовать именно такой проект, который бы затронул тему сердечно-сосудистых заболеваний и особенно провести какие-то благотворительные акции для защиты детей, для оздоровления их. Да? И поэтому я довольно быстро буквально за пару часов написала проект и вот отправила на участие в конкурс.